Друзья, вот как озеро выглядит. Вот здесь абсолютно все озеро тоже застроено домами, ну, частными. Вот чувак, видите, на таком понтоне надувном. А здесь такие распространены, это когда у тебя ноги получаются в воде, вот, и такие ласты они специальные надевают, которыми гребут. То есть ты, получается, гребешь спиной вперед, но это специально для флайфишеров, для рыбаков сделал. Видите, он на флайфишинг ловит. То есть вон он поймал уже одну. Короче, здесь рыбы полно. Я только забросил одну, сразу поймал. Маленькую. У меня в кулере лежит. При мне, вот пока я собирался, буквально минут 10, здесь поймали две, и там одну, три. И вот чудаки на лодке подъехали. Они, говорят, весь лимит поймали. То есть их было двое, ну, 10 штук, считайте. Ну, в общем, вот так вот. То есть место неплохое, но далеко ехать, то есть не знаю. Если так, для удовольствия, то есть то, что здесь нету причала, вот этого столпотворения, то офигенно. Но если так, ради рыбы, то, конечно, можно где-то поближе поехать. Вот, ну, так все прикольно. То есть, видите сами. Нормальное маленькое озеро. Рыба есть. Вот, классная погода. О, видите, поймали все. Видите размер, совсем я вам говорю, небольшой. Ну и вторую я такую же поймал. Короче, блин, только приехал, уже две рыбы, лимит 5. То есть если крупная не попадется, поймаю просто 5 мелких и хрен с ними. Но они, конечно, очень красивые. В общем, ну это сейчас только пока вторую отцепил, опять забросил. Вон эти на лодке, они вдвоем. Вот эти мужики поймали лимит и сказали, поплыли обратно. С ними еще девочка. Не знаю, сколько ей лет, до 12 лет здесь рыбалка бесплатная получается. Лицензию не надо покупать. Вот, и многие так детей приводят, знаете, чтобы больше рыбы брать. То есть, получается, на нее тоже они 5 рыб могут поймать. Вон они обратно поплыли долавливать. В общем, друзья, поймал пока одну. Ну, всего 3 уже получается. Сейчас 8 часов только. Вот этот чудак уже, видите, на флайфишинге. Ну, я не знаю, сколько поймал, но я видел, что он пару штук точно поймал. Собирается домой. Вот хотел вам показать, как эта штука выглядит. То есть, видите, внутри сиденья. Ты там сидишь, плывешь спиной вперед. На ноги вместе с ботинками специальными, вот этими вейдерными. Есть вот такие ласты, которые прям на ботинки надеваются. Ну вот, небольшие ласты, но со здоровыми отверстиями. Там они ремешками он пристегивается. Ну и одеваешь вейдерсы, конечно, всю фигню. То есть мороки много. Смысл имеет на каких-то, наверное, местах. Но здесь, если тут с берега кинул, поймал, поймал. Ну вообще флайфишинг — это фан, конечно. А тут, я не знаю, с берега они могут так далеко кидать, чтобы что-то ловить. Блин, кто-то звонит. Ну, сейчас. А, это знакомый. Это знакомый ловил, звонил, с которым вот мы рыбачили пару раз.
Но мы с ним как бы договаривались сегодня тут встретиться. А он озеро перепутал и на другое поехал. Здесь же те американские названия. И одинаковые есть озера с одинаковыми названиями. И причем их по многу. Вот тут в штате бывает с одинаковыми названиями по 5 озер, там по 3. Там, к примеру, тот же Фишлейк, их тут полно, или там, ну, распространенные, короче, такие, там, Биверлейк, их много, вот. Ну, и он, короче, поехал на другое, но у него тоже там клёв есть, просто там толпа народа, он говорит, пару штук поймал. Вот, ну, короче, это не беда. Такая фигня случается в Америке, в общем. Я еще чуть посижу, наверное, часа пол и поеду домой. Пофиг, что лимит, если даже не поймаю. Ну, 3 штуки у меня есть, это уже хорошо. Здесь проблема только в траве, потому что много травы. Вот я вылавливал вот это вот все, это, то, что я вытаскивал. То есть здесь непонятно, как приманка ляжет. То есть бывает, что если попал вот на грунт, на такой, то она всплывает. А бывает, если попал в водоросли, она там может за них зацепиться и просто там на дне остаться. Поэтому здесь хрен его знает. Ну, не знаю. Все, в принципе, 3-то я в этом месте поймал. Знаешь, клев как бы есть. Дальше видно будет. Вот рыбаки вернулись, значит, поймали. Все-таки они свой лимит. Вот. Получается, сейчас только где-то 8:30. То есть здесь... Ну вот я пришел где-то в 7. За 1.5 часа 3 рыбы, в принципе. Неплохо, но и как бы не супер. В принципе, по идее, если клев есть за час, можно весь лимит выловить. Но если бы я стоял вот там, вот, в кустах, где все рыбаки, может, уже бы поймал бы. Потому что у них там как-то я вижу, что получше клев идет в кустах. Вот, а у меня здесь на пляже, здесь то лодки, то понтоны, вот, поэтому рыбу, конечно, распугивают. Он, чувак, что-то тяжелое тащит, сейчас посмотрим, потому что, блин, он меня клюет или нет. По-моему, была какая-то... А, нет, может быть, это самый кулер затр... Сейчас интересно просто, это рыба или нет, он зацепил. А нет, у меня тоже клюет, видите. Четвертое осталось одно, и буду уже, короче, домой собираться, потому что больше 5 не взял. В общем, я забросил на последнюю, на 5-ю, вот, и заодно сейчас посмотрим, вот, как лодки забирают, видите, если кому интересно. А то часто спрашивают, как с лодками рыбачить, но в правилах надо смотреть. На некоторых озерах лодки вообще запрещены, даже каяки. На некоторых запрещены моторные. На некоторых, в принципе, все разрешено. Блин, что она тут лесками натягивается? То есть подъезжаешь, трейлером заезжаешь в воду, потом у него лебедка, видите, лебедка он вытягивает, и я на трейлер, и все, и повез домой. То есть все быстро и аккуратно.
вон цепью такой прицепил, с лебедки даже не снимает, а теперь потянул ее. Обалденно. Ну и мне сейчас пока не надо, это если уже как бы будет где ее хранить, потому что, ну, можно в трейлере, у нас там у чуваков есть и лодки, и катера, в принципе, в парке, но и ботрем, в принципе, есть где спускать, но как бы сейчас надобности не надо, сейчас и каяков полно, и как бы рыбы особо такой нет, ради которой лодку иметь. Вот, со временем, конечно, хотелось бы какой-то нормальный катер, знаете, такой, чтобы в океан пойти на нем, на нормальную рыбу, там, на рэкфиши, на лососи, вот такое что-то серьезное, там линкады. А так, в принципе, ради там камбал, бычков или там форели, катер нет смысла. Ну, в основном для фана, конечно. Было бы прикольно, вот особенно летом, когда жарко, на катере просто покататься по океану, там на палубе позагорать, понырять с него. В общем, ладно, поймаю последнюю или нет, неважно. То есть где-то без 15:09. До 9 посижу, короче, поеду домой, даже если поймаю 4, это, я думаю, достаточно. Вот. Вон чуваки уходят, наверное, лимит выловили. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты. Да если захочу, можно вот на ихнее место перейти, там половить. Но я думаю, что одну штуку я и тут, наверное, смогу поймать. Вот. И подписывайтесь, делитесь. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока, я ни хвоста, ни чешуи, кто сейчас на рыбалке или собирается.